Человек, который не любит, не уважает родителей, он никого в жизни не будет уважать и любить. Если он ругается с родителями, позволяет огрызаться. Это вообще, ребят, это все уже, это конец это. Человек в жизни никого не будет, просто временно будет уважать, он даже себя уважать и любить не сможет. А самое обидное потом будет, люди, которые пашут, у которого нет жахдая, они не богатые, они не могут позволить себе Nike, носки Дюдо, там, кроссовки Джорданы. Они потом будут говорить, блин, помните, там мажор один был, как его звали, там, так-то так. А где он сейчас? Да, он. С ним то, это произошло. Третье, десятое. К родителям кто не звонил? Шаг вперед. Почему? Я не дозвонился. Я... Ты? Как ты мог про родителей забыть? Эгоисты и лицемер. Только так я могу назвать. Подруге, небось, написал? Написал? Не знаю. Сомневаюсь в твоих словах. Давай проверим, покажи. Когда? Вот так. Сегодня же? Сегодня? Да. Ну? Вы считаете, это правильно? Подруге написал, а родителям не позвонил. А? Он, значит, подругу поставил выше кого? А что он только что 5 минут назад сказал? Что он что? Написал. Не писал. Написал? 18, 7 часов вечера написал. До ужина. Подруга превыше родителей. Тогда родители выгони с дома. Жену приведи. Ну, своим поступком ты так доказываешь. Тренер прав или не прав? Вы скажите. Представь, как неприятно будет родителям. Мне неприятно. Вам приятно? А представьте, как, каково родителям будет. Из кожи вон лезут, чтобы прокормить лодыря тунеядца пока что. Почему лодыря тунеядца? Потому что сам пока что не зарабатывает. Ты почему не позвонил папе? Скажи, мне папа нужен тогда, когда я хочу покушать или когда мне нужны деньги, правильно? Ну так она и есть. Голодный был бы, с удовольствием позвонил бы папе, сказал бы, пап, что там, когда кушать? Деньги нужны были, по-любому папе позвонил, правильно? У меня просто сейчас такая мысль, если вы сейчас так относитесь, а завтра, когда работать будете, зарабатывать будете, когда ты родителей кормить будешь, как вы к ним будете относиться? Сейчас они вас кормят, сейчас они все полностью для вас делают, и вы так относитесь. А завтра, когда ты будешь обеспечивать, что будет? Пендаля им будешь давать, что ли? Ну так и выйдет же, правильно же получается? Если ты сейчас не можешь позвонить, завтра, когда ты вырастешь, ты вообще тогда звонить не будешь, когда у тебя работа будет. Когда ты будешь работать. Когда ты крутым станешь. Родители — это святое же? Да. Святое. Если у вас нету контакта, взаимосвязи, взаимоуважения, процветания с родителями, ребят, никогда в жизни, ни на рабочем процессе, ни в своей личной жизни, ни в спортивной карьере, в любых начинаниях ты до определенного уровня дойдешь, и потом твое истинное лицо, маска слетит, и ты свое истинное лицо покажешь. Это тебя касается, Нурхат, это Арлена касается, который родители постоянно где-то жалуются, где-то говорят. Нурхат дома родителей может не послушать, огрызаться может, пререкаться может. Арлен также. Поверьте, ребят, это сейчас до поры до времени. Я считаю, что это лицемерие. Вы ведете с тренером себя так, о, Сергей Александрович, это... А когда тренера нету, с родителями, с друзьями, с родственниками, с одноклассниками, я не знаю, разницы нету, вы себя можете повести по-другому. Нахрен ты не нужен с золотой медалью, с таким характером. Нафиг ты не нужен золотой медалью Олимпийских игр с таким характером. Да ты им не станешь, если ты не изменишься. Человек неответственный не может стать олимпийским чемпионом. Как он олимпийским чемпионом станет?
Он постоянно будет что-то пропускать, он постоянно что-то будет недоделать, он постоянно что-то будет косяковать где-то будет, постоянно. Одним словом, в первую очередь вы должны быть людьми, а только потом результаты. Нафиг не нужен чемпионат Кастана, этот чемпионат мира, если ты, блин, не можешь элементарно родителям позвонить. Если вы не можете элементарно родителям позвонить, нет у меня намерения, ну хата обидит, а для это... Я стараюсь не думать о таких моментах, когда я начинаю думать о таких моментах, когда Нурхат не может с Орленом дома, наоборот, помочь родителям, сделать благоприятные условия, убраться, Орлена правильным манерам научить, посуду мыть, убираться, всегда помогать, быть надежной опорой для своих родителей. Что я считаю? Быть надежной опорой для своих родителей. Я считаю, что в этом возрасте вы уже должны уметь прибраться, уметь приготовить, уметь помочь родителям, встретить их, обслужить их. Самое святое – это твои родители. Не твои друзья, не тренер, не родственники. Самое святое – это мама с папой. Твой родной с правой стороны стоит. Роднее Орлена тебе здесь нету. Твоя кровь, кровинушка, твой родной, золотой, любимый с правой стороны стоит. Так же, как для Дианы Назар. А потом уже дружба, отношения ваши. И запомните раз и навсегда, когда я вам слово не скажу, тогда вы можете задуматься, а почему мне тренер слова не говорит? Почему он не уделяет мне время? Почему не уделяет внимания? Почему он где-то не секундирует, не поправляет, равнодушно относится, тогда вы можете задуматься. Тренер какой-то сделал, значит, вывод. И уже начал так равнодушно относиться к вам. А пока вам тренер делает замечания, поправляет, подсказывает вам, вы должны радоваться, улыбаться. Запомните этот разговор раз и навсегда. На всю жизнь. Не на месяц, не на полгода, не на год, а на всю жизнь. Рэй, всем спокойной ночи.